Здравствуйте. Вот имею свою столярную мастерскую. В наше время без технологий никуда не полезешь. На простых станках уже не выйдешь далеко. Вот чтобы из простого щита изготовить вот такой поднос. Вот. Нарды, мебель, ножки кабриоли. Ну, все такое красивое. Нужен уже более современный станок. Вот я приобрел такой. На Каменском заводе Твит. Рабочее поле 80 на метр 20. Базовая комплектация, он поставляется на роликовых направляющих. Можно заказать какие душе угодно. Я заказал на рельсах по всем осям. Доустановил концевые датчики, подключенные последовательно. Срабатывают на замыкание контактов. То есть можно отогнать станок машины 0, запомнить начало координат фрезерования заготовки. Вот эти датчики по всем осям установлены. Очень помогают тоже в работе. Станок жесткий получился, работает. Ну, меня устраивает полностью вот профиль. Вот этот датчик заказан с AliExpress, там недорого, копейки стоит. Охлаждение тосол с водичкой, насос от фонтана куплен. Удобный скин, русскоязычный, что немаловажно, все интуитивно понятно. Есть возможность вот, запись координат и восстановление координат. Это тоже разработка ребят завода. В интернете штука смотрел этих скинов, но вот этот самый-самый, вот и равнялка стола есть, заготовки равнялка, и тут же калибровка осей. Все вообще понятно, все на русском. Очень нравится. Вот сам блок управления станком. Доустановил единственное, что в жару дополнительный вентилятор, кулер так называемый. И как? Вот видно синий и желтый провод, это подключение датчиков концевых. В радиатор еще установлен у меня дополнительно датчик температуры черноприводом. Показывает температуру радиатора нагрева. Скорее для себя вот показывает датчик. Дополнительно установил нулевой датчик ПЗ. Ну, станком очень доволен, помогает в работе, в заказах. Вот примеры его использования в работе. Вот изготовление торцевых дисков, кроватки, там, декор различный, нарды, что душе угодно. Вот изголовье детской кроватки. Шпиндель 1,5 киловатта. Вот изготовление икон, все. Очень доволен, знаком, спасибо ребятам.